Наш домик. Это мой анес. На самом деле продукт называется анес. Например, твой салат. Это будет твой анес. Понимаешь? А я бы даже хотел перевести это сразу все. Люблю вот лексикографию, люблю различные языки. Вот если брать английский язык, то твой анес по-английски будет именно йо-йо-нес. Вспоминается сразу бум-йо-йо, когда девочки и мальчики в возрасте до 14 лет ходили и делали движение левой рукой вверх-вниз или же правой, при этом иногда восхищенно прищелкивали язычком, говоря «Йо-йо, мэн!» «Йо-йо, мэн!» Домик исключительно посвящен тому, что лето, как это не прискорбно, уходит. Август, метеориты, потоки информации. Пытаюсь конкретизировать свой ответ. Мало что понял из вопроса, но попытаюсь ответить. По поводу того, засасывало ли, как выразился глубоко уважаемый Сала, меня в черные дыры, да, неоднократно, бывало и такое. Дыры, между прочим, вокруг, не все просто понимают, что они есть. Они попадают в них, проходят, некоторые успешно, некоторые там и остаются, некоторых выбрасывает другое измерение, и они начинают просто жить по-своему, смотря как смотреть на события, происходящие в нашей жизни. Человек шел, сломал ногу, это своего рода черная дыра, она его выбрасывает из потока времени на месяц, на два, он лежит в гипсе, он страдает, он не может бегать, прыгать, играть в футбол, наслаждаться жизнью. Так что черные дыры — это очень условное такое понятие. Крайне условное. Его, скорее всего, нужно непосредственно привязывать ко времени, как и делал Эйнштейн. Но он это делал с более физической точки зрения, непосредственно время. Материально мыслил человек. Тут нужно более эмпирически подходить к этому вопросу. Великолепно. Так может вы хотите нам что-то в бортовом компьютере из музычки по динамикам пустить? Все-таки полет далек, и сегодня нам нужно обогнуть созвездие Сириуса и вернуться назад на нашу планетку всего лишь за 22 минуты. Почти так же, как это происходило с Гагариным, хотя каждому известно, что никакой Гагарин никуда в космос не летал, космоса вообще нету. Это большая картинка, которую нарисовали нам американцы, чтобы обманывать бедный трудящийся народ. Своими словами, ты подвергаешь сомнению мое существование. Я ж пришелец из далекого космоса. Поэтому я не допускаю таких шалостей с собой. Так, возможно, у тебя было еще какое-то видение, когда ты приближался к нашей планетке? Да, дело в том, что очень трудно на вашей планетке как бы одухотворяться. Очень много земного, очень много, ну, простите за каламбур, на Земле много земного. Человеческое слишком человеческое. Фридрих Ницше. Именно Ницше, да. Ницше тоже поразил меня в свое время. Хотя его и не читал, но не... Что это за бездуховность? Как это? Разве человек, себя понимающий, себя отождествляющий с человеком? С человеком, да, может говорить: ой, мне кажется, я сделала это опять. Ну это... что же, вполне возможно, бывает такое. Главное, что она осознает это. Если человек не отождествлял себя с именем человек, он бы, наверное, этого даже не сказал и не заметил. А эти ужасные звуки, которые она издавала в начале песни? О, о, ай-яй-яй, что это было? Я не понимаю. Ну, тебя как инопланетянин, но, честно говоря, я немножко залился краской, не буду тебя описывать. Главное, что она находится в неком состоянии эмоционального подъема в этот момент. Да к тому же, говоря серьезно, я просто не понимаю, как вот та же самая Бритни Спирс. Сколько ей лет от роду по земному? Ну, ориентировочно, плюс-минус годик. В годах, честно говоря, плохо разбираюсь. В английском там совсем другая система. 17-18, то есть где-то так наш колледж закончила. 17-18, то есть малолетка, говоря по-земному. Ну, нормально такая, руки вверх. Как поется в песне, в голове не бум-бум. Ну, на самом деле, может, там очень и бум-бум. Может быть, вполне бум-бум. Но я не понимаю, она поет о таких высоких материях, которые просто, может быть, я мало жил на этой планете. Но, по-моему, в 17 лет трудно пережить все то, о чем она поет. Как она может об этом петь? 17 лет, сады цветут. В
Вот, сады цветут, реально, в 17 лет об этом можно петь. А она поет, ну, я не понимаю, о чем она поет, и как она вообще это может петь. В общем, мне эта музыка не нравится. Какое право ты тогда имеешь все-таки возмущаться, раз ты не понимаешь, о чем она поет? Скажи, а есть такие исполнители, которых ты вроде бы тоже не понимаешь, о чем они поют, но, слушая их музыку, ты более чем чувствуешь, что он хочет тебе передать? Да, непосредственно через некоторое время... Через некоторое время, очень малое, измеримое только моими словами, прозвучит очень приятный для моего слуха исполнитель. Да я и думаю, для очень многих приятный исполнитель, который проповедовал не насильство, а всеобщую любовь. Ну, а так... именно таких исполнителей мы только и слушаем в передаче «Домик». Именно, да. Диалог, но скорее всего это выглядело как монолог актера Джона Траволты, когда он рассказывал о своих похождениях в Европе. Ты помнишь, что он там говорил? Естественно, я уже знаю, к чему ты клонишь. Конечно, да, же, речь, да, будет, да, о... Да. Майонезе. О майонезе. Его, насколько я помню, просто вбесило то, что американцы жареную... Я тебя перебью. Я дело в том, что как поклонник Тарантино и майонеза могу этот монолог... То есть вот у тебя вот такая вот, двойственность. То есть все святое для тебя заключено именно в этих двух предметах. Не стоит так ограничивать меня. Просто это очень заметные такие предметы, на которых хочется остановить внимание, скажем впервые так. Попавший на планету Земля. Да, вполне. Так вот, монолог Джона Траволты. Ну, диалог, но монолог, скорее всего. Вот. Ты был в Европе? Ну и как там у них? Ты знаешь, что они там льют в картошку? Что? Майонез! Да ты что? Я видел своими глазами целые реки майонеза. Мне нравится Европа. Это уже мои слова, не Джона Траволты. Где майонез льется реками, это благодатная страна. Можно твои мысли, вирус. Ну, если уж так меня окрестили вирусом, то могу сказать, что мы, конечно, как вирусы, в целом сможем помочь, оказать достойную поддержку правительствам всей Земли.